меня вчера ночью начался гулянием по Распаю, по Монмартру, Распаю и Бульвару Монпарнас. А утром мы начали с Люксембургского сада. У нас рядом отель. Люксембургский сад. Елисейские поля остались. Кадр попадает. Там черная виднеется башня Монпарнас.
Дом инвалидов с золотым куполом. Мост Александра Третьего в честь русского императора. Тут есть нимфы Сены и нимфы Нивы. Церковь Святой Магдалины. Говорят вот, что это место модных французских свадеб. Ha ha ha.